Оттерлась, она вся перевернулась. А он со звуком сразу? Да. Здорово. Я давно хотела. Долго спит уже вообще. Я помолилась, Господь, я усыпил, чтобы я могла на занятиях побыть, на песнопении, трапезе, все это занятия. Ну, может, часов 5 минут. Ну, не 5, ну, сколько? Ну, 4 час уже точно спит. Сегодня песни такие хорошие все. Когда они были плохие-то? Сегодня прям вот, как знаешь, вот по душе, как говорится. Сейчас я скажу. Вы видите, вот играет, вот человек сидит, Виктор Савченко. Слышали, вот сейчас как играет? У него ни одной ноты нет, он ни разу не брякнул струной. Вы как только Серега начинает брякать, на меня начинаете. Вы, у вас слуха, если нету, вы хоть слушайте. Вы, у вас отличие от Сереги есть, вот сейчас вот играет человек? От Серегиного брень-трень. Ну неужели, конечно. Ну так, в следующий раз, когда он будет брякать, вы его сами останавливаете, он же на меня злится тоже. Не надо здесь учиться, учись там, как вот он делал. Он никогда не испортил ни одной ноты, ни одной песни. Витя, приготовься. Тот же балах настоящий. Игнат Тихонович, у меня парочку, может, будет кадров. А? У меня немножко-то будет. Ну, два. Это не дадим. Держи.